Представители каких народностей проживают в Сурском крае и чем именно они знамениты? Об этом вскоре узнают жители всех районов Пензенской области. На заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям губернатор Иван Белозерцев напомнил, что 2020 объявлен годом культурного и духовного наследия. Это отличная возможность для того, чтобы каждая из этнических автономий смогла заявить о себе. Я дал поручение министру культуры обратить внимание и быть готовым со своими коллегами, проработав вопрос о представлении дополнительных площадок, которые могли бы работать весеннее, летнее и осеннее время под открытым небом, предоставив это разным культурным, общественным организациям, которые могли бы там демонстрировать свою культуру там через песни, танцы, там музыку. Поручение органам власти на местах содействовать популяризации межэтнического диалога разных культур и народностей на территории Пензенской области. В приоритете должны быть вопросы толерантности, нравственности и патриотизма.